палатки, лежит комплект этой палатки, ворсотовый камуфляж. Набор окон престижных. Это окно из антимоскитной сетки на ленте велькро, текстильная липучка. И престижное пластиковое окно, тоже на ленте велькро на липучке. Здесь уже гарантийный талон, паспорт изделия, пока сюда кладу. Каркас точно такой же, два шпангоута и дверная дуга. Это каркас, это элемент дверного полотна. В чехле также идет набор ветровых оттяжек. Они желтого цвета. Соты. Так, я сразу открываю клапан разделочного узла. Карман, молния в нахлест идет, просовываем. Теперь противоположный карман этой же молнии. Вставляю до упора. Вставил. И застегиваю на молнию. Все, приступаем ко второму шпангоуту. До упора. Чуть-чуть наживляю. Единую структуру. Добрался до кармана за концовки молнии. В этот карман вставляю 6. На другой конец шпангоута до упора. Вставил. И начинаю застегивать на молнию. Вот таким вот образом застегиваем. Четки мешают. Все. Такого. Застегиваем до конца. Сейчас я установлю дверной узел. Кармашек здесь на концовке. Я вставил. Вот сюда. Дверной чехол вставляю. И с небольшим натягом. Конец элемента дверного полотна вставляю в верхний карман. Так, вставил. Все. Готово. Закрываю дверь на герметизирующий клапан. Все закрыто. Теперь что мы видим? Здесь у нас как у палаток Мобиба MB552M2 и Мобиба MB442M2. Здесь отстегивающийся клапан на молнии. Так, отстегивается. Здесь мы можем вот так вот свернуть. Здесь предусмотрены пуговицы-клеварты и петли. Сейчас получается проветриваемое помещение. Если использовать Мобиба MB10 в качестве отапливаемой палатки с печкой Согра, что вполне реально, в этом случае вот проветриваемое помещение.
дверь с антимоскитной сеткой. Вот такая вот вещь. Ну еще и в качестве окна тканевая заглушка. Изначально стоит тканевая заглушка. Вот, можно так и оставить на самом деле. Париться совершенно спокойно. Наиболее востребованным будет именно вот такое пластиковое окно. 69 на 69 сантиметров квадратное. На ленте велькро. Текстильная липучка. Если хотим ее поставить, тогда вот это окно. И тканевая заглушка, скажем так. Мы его снимаем, демонтируем. Вот таким образом выглядит. Внизу здесь есть петли. Эти петли должны... Окно ставится вот таким образом. То есть липучка у нас крепится здесь. Эти петли должны смотреть вниз, потому что с противоположной стороны, это можно увидеть, вот здесь вот, с противоположной стороны здесь есть пуговицы клеванты. На эти пуговицы клеванты крепятся, собственно говоря, они крепятся через петли. Внизу. Ладно, чем приступлю к монтажу этого окна. Все. Теперь после того, как мы закрепили наше стяжное пластиковое окно, здесь на пуговицы клеванты затягиваем. Одна пуговица с правой стороны и одна пуговица с левой. Палатка будет использоваться в режиме бани, поэтому я здесь пуговицы отстегиваю, пуговицы клеванты на дверном клапане. И на молнию здесь застегиваю. Назад. Это система дверного полотна. Кстати, дверь, палатка так поставлена. Неровная поверхность. Закрывается как бы сама. Но может быть не всегда так. Поэтому предусмотрен вот этот вот шнур. Да? Здесь он завязан. Я его сейчас развязываю. Вижу, что здесь тоже система пуговиц клевант. Пришита такая вот тесьма с надписью Мабиба. С надписью Мабиба. Именно за него я буду крепить вот это вот конец шнура. Таким вот образом выполнено. И здесь этот шнур вшит вот такой вот двойной прямоугольник из плотного ПВХ, прошито. И здесь еще пришита вот пуговица клевант. Делается следующим образом. Сюда я просовываю. Вот так вот. Ну а дальше что? А дальше вот на пуговицу вот таким вот образом. Другого и не приходит. Ну да. Вполне себе вот так вот. Натягиваю резинку и создаю нужное натяжение. Вот я нужное натяжение создал, я так думаю, вот такое вполне достаточно. Дальше просто вяжу узел. Ну какой здесь идет? Ну, допустим, морской узел. Вот. Или как-нибудь вот так. В принципе, вот так нормально. Все. Теперь у нас резинка работает как пробный элемент. И дверной узел. Принимает упругое положение при закрытии Мобиба МБ-15. Здесь в расцветке сотовый камуфляж. Сейчас небольшой обзор. Вот мы внутри. Закрою на дверной клапан. Разделочный узел для вывода дымохода. Мобиба МП-15 в расцветке сотовый камуфляж.
Мобильная баня Мобиба МБ-15. Расцветка, сотовый камуфляж. Полностью в сборе. Установлены все ветровые обтяжки. Это палатка. Здесь установлено растяжное окно из морозостойкого пластика. Размер окна 69 на 69 сантиметров. Крепится на текстильной липучке лента велькро. И здесь еще вот пуговицы. Это с печкой медиана. А это штатная МБ-15 в расцветке сотовый камуфляж.